В эфире главные новости Калининграда и области. В студии Вероника Клемешева. Здравствуйте. Мы начинаем. В Светлогорске по инициативе местных жителей благоустроили три новые территории. Это сквер у озера Тихое, спуск к морю в Приморье и один из уютных двориков бывшего майского поселка. Там побывал и мой коллега Святослав Кудряшов. Светлогорск цветет и развивается. В этом месяце в курортной столице Янтарного края преобразились три новые локации. Инициатива исходила от местных жителей, которые предлагали свои проекты по благоустройству территорий. Прямо сейчас работы ведутся на нескольких объектах. Один из них – сквер у озера Тихое, где уже провели благоустройство и озеленение. А до конца ноября завершим монтаж фонтана с лягушками, утраченного на рубеже 70-80-х годов прошлого века. Также, благодаря софинансированию из областного бюджета, у нас появились новый спуск к морю в Приморье. В поселке Приморье местные проголосовали на госуслугах за новую дорогу к морю. В итоге ее получили не только они, но и тысячи отдыхающих, которые предпочитают балтийскую тишину городской суете. Ну а как изменился спуск к морю в поселке Приморье? Здесь преобразилось все. И поручни, и ступеньки. Появилась вот эта замечательная скамейка, урны. Ну а представляете, как здесь все заиграет, когда зажгут эти фонари? Виктор каждый день ловит море рыбу. Сегодня улов 2 кило камбалы. Поднять ее наверх по новой лестнице, говорит, одно удовольствие. Удобно 10 раз стало. Всем удобнее сделать. Свет тем более сделали. Благоустройство Светлогорска – пилотный проект конкурса инициативного бюджетирования на госуслугах. Результат совместной работы администрации города и правительства региона. Впереди много подобных проектов. Святослав Кудряшов, Максим Соловьев, служба новостей. Это все новости к этому часу. Далее вас ждет прогноз погоды. Еще больше интересных новостей и прямой эфир смотрите на нашем сайте kaskad.tv. А поделиться своим мнением можно в социальных сетях. На этом у меня все. В студии для вас работала Вероника Клемешева. Всего доброго и до новых встреч!